идет. И это сыграет. Да, вот. Да, и ручки тут же вниз. Класс, пошли в Америка. Красота. Нет, нет. Нужно позволять ему. Аут. Продолжать. Да. Just 18 years of age. Oh, it's a big right hand, it's a knockdown! Down goes Kazım Ayak! Chewing up! The doctors. Any questions? Да. И именно за это Дениса Седенко называют мистер Any Questions. Влад Туйнов очень здорово. Оу, есть колено в голову, попадает справа рукой Влад Туйнов и начинает разбивать своего соперника. Еще одно попадание от Влада Туйнова. Выживает турецкий боец как может. Вертушечка и блистательно! Этот поединок, потому что сейчас Влад Туйнов будет добивать своего оппонента. Иначе настоящий расстрел. Начинается все. Этот бой закончен уже в первом... По прозвищу Орловский бриллиант! Бойцы на середину. Пожали руки. Добро пожаловать, топ. Двигайся!
показывали, много не надо. Дайте я выйду, ребята. Я тебя уважаю. Благодарю тебя. Большое спасибо. Я сегодня не буду многословен. Я хочу сказать огромное спасибо Виталию. Я не встречал более уважительного и доброго спортсмена. Он очень, очень сильно напоминает мне себя. Коваленко шел без поражений в этом виде спорта. Ему 24 года. Напомню, что с Подоленко у нас в белых шортах, в черных Туйнов останется. Да, как обычно, собран Туйнов. Жесткий. Причем я Влада помню, было ему лет еще. Причем профессионально в турнире. Да, вот это вот и важно, что сразу начал профессиональную карьеру. Совсем немножко любительское было. И обратите внимание, что происходит. Точно. Скорее, Туйнов слишком крупным. Так. Хорошо, Туйнов прибивает по корпусу. И схитрил сейчас Бондаренко, с разворота нанес удар по защите. Хорошо прикрывается Бондаренко. Уже обороняется больше Бондаренко, понимая, что слишком тяжелый. Третий раунд! Файт! Главного боя сегодня. Победа ломлен, и думаю, что может еще и будет рематч. Выгодное начало. Буквально Айман Галан. Туйнов внушает. Потом Аймана понял, где начинает работать. Не стоит сейчас. Очень мощный. Так и надо. Туйнов начинает. Говорит о своем. Спичок глаза. А вот Туйнов старается восстановить свое зрение. Психологически. Такое ощущение, что Бондарь просто уже не остановить его пути. Влад Туйнов близок. Близок Влад к очередной победе. Не нужно, что нет. Не закончено еще. Сразу же отдал удар и летит. Что потом? Там уже как раз таки настило. И вот собрал себе тебе Туйнов. И показывает ему из угла неприличные жесты. Выставил Туйнову, пытается, может, вывести из эмоционального. Конечно же, уверенно ведет этот поединок. И вот он, решение от Аймана. Ну что, раунд завершен.